Получила продолжение история с черным аистом из деревни Медведь Шимского района. Краснокнижной птицей, попавшей к человеку, заинтересовались орнитологи. Специалисты ветеринарной клиники «Зеленый попугай» забрали бедолагу в Санкт-Петербург, чтобы обследовать и оказать помощь. Своих спасителей пернатый постоялец дожидался в теплице местных жителей Поздняковых. Хозяева кормили его рыбой, но аистенок слабел день ото дня. Сегодня я поел что-то или вот это вот не притронул? Ну, сегодня поел 3 штуки. Из села Медведь аиста забрал блогер Иван Краснов, орнитолог, который занимается спасением краснокнижных птиц. А уже в клинике в Санкт-Петербурге удалось установить, что пострадавший экземпляр – самка и кажется в положении. Но затем более глубокая диагностика показала, что это не яйцо, а безоар – инородное тело в желудке. Сейчас пернатый пациент получает всю необходимую терапию. Специальное оборудование для лечения краснокнижника пришлось везти из Москвы. В ближайшее время птички сделают операцию.